В магаданском подразделении Росгвардии прошла встреча с учениками английской гимназии. Дети совместно со своим классным руководителем подготовили проект для конкурса «Я – гражданин России». Наша гимназия ежегодно принимает участие в конкурсе «Я – гражданин России». Это конкурс социальных проектов. И на одном из классных часов я ребятам рассказывал про события Чеченской Республики и рассказал о том, что есть в нашей школе учился такой человек, как Вадим Валентинович Череп. Ребята, конечно же, были удивлены, стали интересоваться чуть больше, то началось: расскажите нам еще. И я понимаю, что вот они своим «хочу» заинтересовали и меня. Надо увековечить память нашего выпускника, нашего героя, мы его так называем. Для учеников сотрудники специального отряда быстрого реагирования подготовили лекцию про их однополчанина Вадима Черепа, а также рассказали о специфике работы отряда и его назначении, провели экскурсию и демонстрацию военной амуниции. Ученики английской гимназии имели возможность примерить на себя амуницию сотрудников СОБР. По итогам проекта нашего, который мы реализуем вместе с нашим классным руководителем и директором, планируется ввести День памяти в честь Вадима Валентиновича, который будет неучебным, и получается, в дальнейшем туда даже будут приходить в этот день ежегодно сотрудники СОБРа и проводить демонстрации вооружения и обмундирования. В процессе разработки дизайна мемориальной доски сейчас. Череп Вадим дал команду отходить группе, занял оборону, прикрывая группу, значит, был ранен. И в том числе раненым продолжал вести огонь, значит, давая отход группе. Пуля снайпера попала в него, значит, и он погиб. Во время службы Вадим Череп был награжден медалью за заслуги перед Отечеством второй степени и посмертно был награжден орденом мужества за свою последнюю командировку в город Грозный. Теперь ученики гимназии увековечат память о нашем земляке. Есть герой один на Дальнем Востоке, неизвестный почти никому. Позвольте в моем монологе отдать почтение ему. Рожденный в холодном севере, его сердце всегда горячо пылало благими намерениями, слабым подставить плечо.